Сейчас я предлагаю разобрать два инструмента, которые называются микс-кисть и замена цвета. Итак, первым разберем микс-кисть, просто пробежимся по-быстрому по ней. И в чем заключается суть? Ну, давайте для начала просто выберем инструмент кисть, поставим здесь какой-нибудь цвет, ну, давайте желтый, и просто проведем. То есть видно, проводится обычная кисточка желтым цветом. Теперь я это убираю, и давайте попробуем инструмент микс-кисть. Микс-кисть называется так, потому что она миксирует цвета, смешивает их. То есть берется за основу как бы желтый, и он смешивается с тем цветом, на котором мы начинаем вводить. И плюс в панели атрибутов, выставляя вот эти пункты, влажность, заполнение, смешивание и нажим, вы можете контролировать эффективность смешивания. То есть, если мы, допустим, поставим влажность 0, то у нас будет идти как обычная кисточка почти что рисовать. Если мы... Так, сейчас нажим изменим на единицу, то у нас эффект от этой кисточки будет еле-еле заметен. Понятно, думаю. Ну и в принципе здесь то же самое, вот со смешиванием то же самое будет все идти. Эти четыре атрибута вы можете все контролировать, и от этого будет меняться эффективность смешивания. Теперь давайте рассмотрим инструмент замена цвета. Он вообще используется для того, чтобы менять какой-то определенный цвет на другой. Причем менять так, чтобы оставались оттенки. Специально для этого взял я машину эту. И обратите внимание, вот тут синий цвет идет, где-то он темнее немножко, где-то он немножечко светлее. Инструмент замена цвета позволяет именно делать тоже, заменять цвет на другой, учитывая тональность. Там можно также указывать, чтобы он учитывал яркость, насыщенность и цветовой тон. Ну, в принципе, обычно используют цветность, потому что от нее более-менее такой наглядный эффект. Давайте попробуем сначала по чуть-чуть каждого. Итак, первым возьмем за основу яркость. Так, я немножечко... Кстати, да, уже сколько раз работаем с кистями, ну, в смысле с пером, выбираем размер, все, как выбирается размер. На клавиатуре есть квадратные скобочки. Ну, знаете, там, где буква Х и мягкий знак, там идут фигурные и квадратные скобочки. Так вот, нажимая эти самые скобочки, вы можете вот так прямо на месте и указывать размер кисти. Я что-то все хотел сказать, да, вываливалось это из моего сознания. Ну, то есть все время забывал. Итак, первым атрибутом давайте посмотрим, как будет идти яркость реагировать. Так, щелкаем и видим. Она просто меняет яркость. Идет, то есть где-то так, где-то так. Следующий пунктик. Насыщенность, цветность будем в конце использовать. И опять же выставляем красный цвет. И вот, меняется просто насыщенность этого цвета. То есть синего, вот этого желтого. Следующий пункт, цветовой тон. Ну, тоже тут вроде бы как-то что-то не то. И самый мой любимый пункт, это цветность. Вот он. Итак, давайте так, допуск выставим на сотеньку. Все пикселы поставим, сглаживание включим и следующее проделаем операцию. Можно покрасить вот эту всю машину синенькую в красный цвет. Или давайте хотя бы половину ее покрасим. Итак, цветность выставлена и давайте начинать. Так-с. Если кисточка не влазит, делайте немножечко поменьше. При помощи клавиатуры, то есть чтобы... Вы каждый раз не лазили, не теряли только зря время. Итак, так, вот так вот все получается у меня. И вот какая у меня тачечка появилась. В принципе, смотрится все довольно-таки серьезно. Итак, ДЗ ваша. Тоже размалюйте как-нибудь машину, только, естественно, аккуратно, красивенько поменяйте, в общем, цвет. Можете взять также другую картинку, это, в принципе, не важно. Просто попробуйте этот инструмент на деле, потому что, если потом вы захотите что-то поменять, не надо будет мучиться, взяли, по-быстрому все замалевали, как вам надо.